Галина Ильинична с ранней весны выезжает на природу и, чтобы предотвратить заражение клещевым энцефалитом, регулярно проходит вакцинацию. В этом году она услышала, что отдельным категориям граждан, в том числе пенсионерам, прививки ставятся бесплатно. Однако в прививочном кабинете оказалось, что в число льготников она не попадает. Пришла в поликлинику, взяла талон, мне дали общий талон, слова не сказали, что платная вакцина. Я поднялась с этим талоном в 211 кабинет. Она меня внесла в компьютер все и послала вниз купить вакцину. Я вниз спустилась, мне показалось, что это дорого. В управлении по социальной политике администрации города нам разъяснили, в каких случаях тагильчане могут получить прививку бесплатно. Сегодня бесплатную прививку могут получить это, во-первых, дети школьного возраста в своих образовательных учреждениях. Это, скажем, ветераны, пенсионеры. Пенсионеры в первую очередь поставят первую прививку, могут поставить бесплатно, а ревакцинация, она, конечно, будет уже платной. На сегодняшний день, по словам Валерия Сурова, объемы вакцины в поликлиниках достаточны. Вакцина на сегодняшний день, она есть у нас практически во всех поликлиниках, пускай небольшое количество, но оно есть, но к концу, по-моему, следующей недели вновь поступит вакцина, и я думаю, что, в принципе, ее всем должно хватить. У тагильчан еще есть время привиться от клещевого энцефалита.